Ну, мы начинаем. Первое слово по традиции главному тренеру гостей. Пожалуйста. Я думаю, надо немножко еще раз проанализировать спокойную обстановку матча. Ну, внешнее впечатление по матчу, то, что игра была равной. Значит, такая эмоциональная, моменты примерно вот так одинаково. Были сложности у нас там и в обороне, и где-то в организации игры поначалу. Но где-то забили гол, потом немножко не разобрались, пропустили, но повезло, забили. Еще раз говорю, сейчас такой детальный анализ очень сложно вести, но ребята отработали на очень хорошем уровне по самоотдаче. Где-то что-то получалось, что-то не получалось. Но ребятам можно поставить смело выше четверки. Игра очень, по-моему, на высоком качестве этой команды. Хорошо по технической стороне. Бывает так, эта игра. Футбол нам указал свое такое другое лицо. Не забивали мы много моментов. Забивал соперник с минимум максимум и с максимум минимум. Поздравляю соперника с победой. Владимир Ильич, я так посмотрел, ну, в принципе, я вас поздравляю, сегодня футбол получился, действительно. Было приятно смотреть сегодня, футбол получился. Но я так понял, что вы, наверное, выступали, своих игроков настроили, вы выступали вторым номером, да? Ну, я бы не сказал, что вторым. Мы хотели контролировать игру, контролировать мяч. Пытались это делать по разным участкам игры. Были, как бы, хорошие отрезки, были не очень хорошие. Мы старались играть первым. Но соперник нас заставил играть вторым. И в эпизод вторым. Где-то мы какие-то отрезки диктовали. Особенно в первом тайме, в середине первого тайма игра была под нашим контролем. Но это опять же первое впечатление. Андрей, а что с Геной там? Что-то болеет? Ну, поля, может быть, поле, может быть, все-таки нагрузки идут из поля, вот эти игры подряд, которые идут. Ну, травматизм есть. И от полей, и, в общем-то, они у нас сборников много ездит, меняет круг постоянно, вот это вот есть проблема определенная. У нас выпал не только Генрих, у нас выпадали другие ребята. Сегодня мы более-менее собрали ребят, которые Ковальчук играл после перерыва, Кабадзе играл после перерыва. Ну, сейчас Генрих, короче, Генриха происходит. Ну, дай бог, чтобы через несколько дней там было все в порядке. Ну, Кабадзе, что-то видно было, что выпадал, походу. Ну, не то, что выпадал, он свою роль играл. Довольно качественный. Просто общее функциональное состояние, все-таки он не работал уже давно и где-то сказалось. Да, медлительность наблюдалась. Но свою роль тоже играл в организации игры и в обороне, в атаке. Айрат на правле этого издевал и не упустил Кузенко. На второй этап? Да. Да, конечно, мы соперник практически играл без нападающих. И впереди был Хайлин, а мы хотели нашу игру, чтобы сзади, чтобы чуть-чуть была конструктивная, для этого поменяли остальные, для того, чтобы играл плохо. Дмитренко, но поменяли, приходил Остапенко. И думаю, все там делали, но решающие моменты, которые в двух штрафных, сегодня мне забили, к сожалению. Не забьешь, не можешь выиграть. А почему сегодня у вас Остапенко вышел на замену, а не в основе? Вышел на замену, потому что он не тренировал. Он тренировал только два дня. У него была болезнь, а он был в полном темпе. А мы думали, что эта игра будет нужна, там много-много работы. А он заболел, практически начинал тренировать четверг-пятницу. Спасибо. Все, спасибо большое. Ждем вас на игре 628.